Здравствуйте, я Гринько Петр, я из города Кисловодска. Приехал в город Владимир, поступил в высшее учебное заведение, услышал про футбольный клуб «Добрыня» и решил попробовать связать футбольную историю с футбольным клубом «Добрыня». Отличие какое Петя от всех остальных, вместе с ним он является курсантом ВИИ. И вместе с ним на просмотр приходили 5 человек из ВИИ. Оставили мы его одного, потому что как бы человек реально с футболом, то есть он был, грубо говоря, в профессиональной команде почти что, то есть в академии профессиональной команды, то есть футбол больше понимает, продолжает расти, и мы надеемся, что он нам очень-очень поможет в этом году. От тренерского штаба, также от руководства клуба принимаются все решения для того, чтобы мы выиграли этот сезон, и я думаю, мы их не подведем.